Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре яркий резучий мышонок. И самое интересное то, как он сделан за свои деньги. А стоит он немного, всего 20 с небольшим хвостиком долларов. Интересный дизайн, в закрытом состоянии клин полностью прячется в рукоять. G10 имеет приятную на ощупь текстуру. Обратите внимание, что фурнитура спланирована в потаях под торксы. Имеется бэкспейсер из алюминия, крупное темлячное отверстие. Под плашкой из G10 имеется стальной лайнер, который спрятан. С обратной стороны всего лишь одна маленькая проставка в том месте, где подшипник. С обратной стороны клипса стальная, отличной жесткости. Хорошо нож садится на карман. При желании мышонок может располагаться и в кармане для зажигалок. Клин четко по центру, в осевом находятся стальные подшипники и стальной шарик детента. Открывается за шпенек, который идет в цвет с бэкспейсером. Выброс клинка просто пушечный, создается ощущение, что здесь ассист. Очень четко, резко вылетает клинок. Баланс четко на подпальцевой выемке. Вес ножа всего 67 грамм. При длине клинка от начала рукояти 80 миллиметров. В обухе 2,9 миллиметра. Клин выполнен из стали 8 хром. Обработка Stonewash. Спуски выше середины. Тонко сведенный нож. Подводы практически ровные с обеих сторон. Заточка бреет с коробки, но не с отскоком. Имеется дулька для удобства заточки и небольшие насечки на обухе. Осевой имеет лыску для разборки, бонка стопорная не пустотелая, лайнер не тонкий. Заходит на начало, не продавливается и не подлипает. Итак, что мы имеем в сухом остатке, примерно за двадцатку. Яркий G10, хотя на сайте продаж имеются и другие варианты. За эту сумму спланирована фурнитура, лайнеры утоплены, крупное темлячное отверстие. Адекватная клипса, клин по центру и просто классная механика. Клин выполнен из нержавейки, достаточно тонко спущен и хорошо обработан. Вес всего 67 грамм, к минусам можно отнести шпенек, который только под правшу и немножко ворует РК. В остальном нож практически идеален, всем рекомендую. До новых встреч, пока!